Потом только кормились. А это для того, чтобы мы совещание проводили. Какая? А идея супер. Кабинет заместителей декана. Да. Здесь ну, несколько заместителей. Красивый, светлый кабинет. Приходим учиться в этот Каспийский университет. Каспийский. Это, вот мы являемся членами вот этого международного сообщества. Сверху. Это вообще сообщество Petroleum Engineering. Это значит, у них интернациональный союз нефтегазовых инженеров. Вот, по всему миру, да? Да, по всему миру мы в это сообщество входим. Раз в месяц, раз в два месяца они устраивают различные конференции. Да, на которые, да, да, ну здесь, в Алматы у нас, да, со всего мира приглашают всяких лекторов, и они для нас ведут вечером лекционные занятия. Мы тоже туда ходим, там фуршет делают, общаемся, короче, очень круто. Так очень что питается. Приходим учиться, конференция есть, доступ есть для студентов, картины висят. Вот элементарно. Сейчас нам сигнальные книжки дали. Это мои преподаватели этого года. Учебные пособия свежие. Вот только вышли. Да? Я могу вам показать учебные пособия. Так что. Нормально, да, знаете? Это вот наши учебники. Они ваши, да? Гульнара Бальбова, Владимир Писова, Дина Васильевна Панюкова. Это вот. Я, моя сестра, моя дочь. У тебя сестра тоже научная, да? Да, она про твою сестру сама поняла? Она в политехе сейчас работает. Это чудо. Родная сестра, да? Да, профессор. У тебя династия, да, сербы, да? Потому что... Ну, не скажу, но в принципе у меня родители были учителями. Нет, твоя... Отец был директором школы. Так, это какой город? Это станция Матай. Матай. Очень криминальные станции, говорят, бывшие. Матай. Нет, я знаю, что Гулянка, потому что она говорила «Матай», да? Это, да, видите, книга на казахском английском, это книга на казахском русском. Цифровая логистика, видно, на транспорте. Да, да. Это вот авторский курс, который я в другом вузе веду, потому что никто не берется его вести. Гуля, вы все на своей фамилии девственники, да? На девичьей, да? На девичьей.